Дорогие друзья, все вы помните, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию России. И в этом году он это делал уже во второй раз. В марте парламент собирался внепланово, когда Путин объявлял о присоединении Крыма к России. И вот как он заявил на прошлой неделе, Россия на деле доказала, что способна защищать своих соотечественников, с честью отстаивать правду и справедливость. Путин говорил о том, что на референдуме в Крыму люди сами приняли решение о воссоединении Крыма, Севастополя с Россией. И, цитирую, именно здесь находится духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации, централизованного российского государства. Ведь именно здесь, в Херсонесе, принял крещение князь Владимир, а затем и крестил всю Русь, говорил Путин. Для России Крым, Древний Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное сакральное значение, так же, как в Иерусалиме, храмовая гора для тех, кто исповедует ислам и иудаизм, сказал Путин. Кстати, вот после его этих слов очень многие критики набросились на Путина, говорили о том, что какое имеет право на это говорить, какое имеет право сравнивать, скажем, Херсонес и Иерусалим, Храмовую гору и так далее. Я решил обратиться к человеку, который занимается профессиональной историей, к профессору Донецкого национального университета Игорю Тодорову, для того, чтобы он разложил по полочкам, рассказал, вот имеет ли право Путин говорить обо всем этом, что скрывается за словами, которые президент России говорил, и стоит ли критиковать, либо восхищаться словами Владимира Путина. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Вначале небольшое уточнение. Я в настоящее время уже профессор Ужгородского национального университета. По поводу вопроса и комментария этой части послания российского президента, я могу охарактеризовать для начала одним словом. Это бред. Если подробнее, то таким образом. Дело в том, что история Руси, или как ее традиционно называют, Киевской Руси, или по Грушевскому Украины Руси, имеет достаточно опосредованное отношение к истории России, истории Российской империи, которая сейчас в качестве правопреемника рассматривается современной Российской Федерацией. Князь Владимир жил в Киеве. Князь Владимир, возможно, крестился в Херсонесе, но точно подтверждающих фактов этого нет. Но в любом случае, если говорить о сакральности Крыма и Херсонеса, то скорее это сакральная территория для Украины, а не для России. Что касается сравнения с Храмовой горой, с Иерусалимом, на мой взгляд, это абсолютно неправомерно в силу того, что Россия, Российская империя появилась в Крыму только в конце 18 века. И называть эти земли исконными, русскими, сакральными, это откровенная спекуляция, как, впрочем, и многое другое. Я бы сказал, почти все сказанное в послании президента России Федеральному собранию в этом году. Достаточно сказать, скажем, о референдуме, о котором сказал Путин, как известно, мол, референдум. Но сам же Путин признал наличие российских вооруженных сил накануне, хотя в марте он с этим не согласился, во время с этим согласился. То есть идет речь о манипуляциях, об откровенной лжи, которая, по мнению Путина, должна легитимизировать его действия. В общем-то, это и происходит в масштабах России. Значительная часть граждан поддерживают политику своего президента.
президента и сохраняется истерия «Крым наш», вот, но остальное человечество, в общем-то, относится достаточно критически к тем действиям, которые направлены на разрушение существующей системы международного права, существующей системы международной безопасности и так далее. Игорь, а вот если можно вот вернуться к истории. Вот вы сказали о том, что Москва не имеет никакого отношения к князю Владимиру. Но в школе, вот, например, я помню, учили всегда, что все-таки Россия нынешняя, она происходит от Киевской Руси, поскольку там и Новгород, и так далее, и так далее. Естественно, что в имперской трактовке истории, которая была в до революции, в советской трактовке истории, Киевская Русь считалась составной частью, неотъемлемой частью истории именно России. Но, по большому счету, собственно, российская история начинается намного позже, с Владимира Суздальской земли, а потом уже Московского княжества, Московского государства. Именно тогда появляется концепция монаха Филофея, Москва, Третий Рим, ну и тому подобное. Что касается отношения к нашей украинской истории, отечественной истории, то идет просто такой традиционный еще с имперских времен рейдерский захват отечественной истории со стороны России. Поэтому я считаю, что вся вот эта историческая часть послания, она фальсифицирована, она не отвечает действительности и является, по сути дела, исключительно политическим продуктом, так же, как, впрочем, и выступление Путина по поводу так называемой Новороссии, определение, что Новороссия – это и Харьков, и Запорожье, и Луганск, и Донецк, и так далее. Хотя элементарное знание истории Российской империи показывает, что действительно была Новороссийская губерния, которая включала себя территории современной Николаевской, Херсонской, Одесской областей. И Одесский университет, кстати, был основан как Новороссийский. Но, простите, какое отношение к этой территории имеет Восточная Украина? Если тот же Донецк, тогда Юзовка, находился на территории Екатеринославской губернии. И частично Донецкая область входила именно в эту часть империи. Вот. Так что еще раз хочу подчеркнуть, что вот эти все исторические экскурсы, псевдоэмоциональные посылы по поводу Храмовой горы, это исключительная политическая манипуляция, которая рассчитана на российского потребителя, хотя с другой стороны тоже существует мнение, что не все в России так уж однозначно поддержат сравнение русского народа с еврейским народом. Но тем не менее такой способ был избран, и похоже, что господин Путин, в прошлом полковник КГБ, остался на уровне тех политзанятий по партийно-политической работе, которые с ним проводились, а те как бы эксперты, специалисты, которые бы должны были бы ему подсказать, как правильно и как нужно делать, они тоже находятся в плену имперской идеи, имперского мышления –